на сегодняшний день медицина развивается очень быстрыми темпами, как и все, собственно, что нас окружает. Ежегодно новые технологии, высокотехнологичных методов лечения различных заболеваний, обсуждения, поскольку ежегодно получаются новые данные об их эффективности, появляются новые концепции и стратегии лечения тех или иных заболеваний. Требует общения, обсуждения на международной арене. Концепция ESGO, она заключается в том, чтобы страны вне зависимости от их достатка, экономического развития, развития медицины, были вовлечены в обмен опытом, обмен медицинскими знаниями. Традиционно наиболее значимой частью компетенции Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов, онкологов является направление хирургии, хирургического и комбинированного лечения заболеваний печени и поджелудочной железы. Им будет уделено значительное место, как всегда. Среди абсолютно новых разработок это то, что большое место будет уделено современным неинвазивным лапароскопическим и роботическим технологиям хирургии печени, поджелудочной железы, верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Это сегодня современный тренд. И настала пора обсудить уже достаточно значительный накопленный опыт в мире по этому вопросу. Кроме того, будут обсуждаться последние разработки фармакотерапии, химиотерапии, химиолучевой терапии целого ряда онкологических заболеваний. То есть последние достижения и разработки. Дорогие коллеги, дорогие наши друзья, я еще раз со всей души хочу пригласить вас в Москву на 30-й Всемирный юбилейный конгресс Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов. Я думаю, что это событие станет незабываемым для всех нас. В это время в Москве обычно очень хорошая погода, и это позволит и усилит ваше впечатление от пребывания в Российской Федерации. Большим нетерпением жду нашей встречи в Москве в сентябре этого года.